Кстати, вот этих хоть большая крупная, а тут токсичные. Ну такие какие-то для пастов. Минимало скромные. Средние. Тут вообще мы тоже хотим. Колониальный корабль выпустить. Только непонятно, что ну они тут прорваться. Золото. Продовольствие почти. Нету, но есть констракшн, например. 6 населения. А тут золото. 6 населения. А тут минимал. Крупный минимал, совсем золото. Он может там и клиническим стать. А здесь сырье. Ну гравитация одинакова. Вот тут бонус золота, золотом там плюс 2 там. И плюс еще что-то там должно быть. Типа как. То плюс 1 на население, как бы. Плюс 2. А тут 8 населения. А тут 8, да. Но тут они обе. Со спутниками. А когда 6-8, тут видимо вот этот конечно круче, если я уже развиток может что поддаст. Но опять же мы опять тоже этот биом вот этот прокручивать. Терраформинг он стоит будет 2 на 4, например, если повезет. Только когда маленький размер будет, оно быстрее прокручивает. А при таком размере его все равно прокручивает, в любом случае он будет точно прокручивать. Когда-то. Ракетная база, звездная база, робошахтер. У нас нету тут. Ну на пределе это. Ну систему какую-то. А вот этот Мирамакс, вот пустынный биом, допустим, пустынный. Ну дюна. Дюнакс. И особо тут ну, нету таких. Ну мы сейчас щиты запускай, чтобы доделали, а потом. Космопорт там и система управления погодой. И то есть она поменяет пустынный тундрик, мы сразу сможем аватарию. А если не поменяет, непонятно. Ну это еще не поменялось. Но тут по два тура, да, ну можно. Но если сюда. Вот так вот. Оптимально. Мы пока доделаем 5 тура, а потом обратно перекинем. Наверное. Ну так космопорт и эти. Ну смотри, только мало. Можно робошахтера попытаться. Ну 5 туров делать. Но и кого все равно минус 12, это не сильно дает. Ну и сарисина через пару туров тоже будет еще пару или достроил. Ну планеты сейчас посмотрим. Не, ну эти там особо нет смысла рассматривать. Биом. Мора. Здесь куда-то перескочила. Крепс. Мора вон, да. Дэм. Урса это столица. Булрати. Он же не на. Ну не все, он показывает тут все вообще. А в наших секторах. Сюда, ну. Ну мы в своей империи. 170 населения, наверное, какие-то 300 откуда мы должны. Те производственники плюс 25.
У нас должно еще место быть где-то. Ну, то есть компьютер где-то намутился. Вот мы по констракшену выставили на толище 37. На табулярдах. 3 на ценится констракшен. 26. Т-чест. 26. Или дебаг. 2. Какой? Вот конкретно. Ну, больше. Ну, это богатый леди баг. 25 раз, короче, не кисло, мы только начали уже. Только да. Уровень уже крипто и течис. Ну течис довольно круто. Ну течис стал океаническим. Три тура СМИ со стоимостью 350, например, ну, такие все крипто. Ну сейчас залетит, потому что это будем разбираться. Как раз все. На крипты дестройер появится. Но СМИ это скорее контрразрушительный. Эскадрилья минусы на мины. Ну, прорвался. Ну тут есть тоже системы этих. Мины, поля вокруг планеты, там тролля-ля. Ну да, дорогие там, капец, технологии, да, долго. Ну можно, да, разить, но не, ну за каждую технологию, то что на планете, это, она все равно там на обслуживание уходит. Там уровень космопорта, как бы. Терраформа. Вот Алисин первый, это... Ну, вторая столица планета, а Элисин первая, это ну, подземная ферма, это 8 туров. А потом что-то изменится. Ну, плюс 2 общий дает. На прирост населения, типа, в лярдах, плюс 1 на слот, на ячейку. Ну, типа, на биосферу, там, наверное, еще. Слушай. Я тут... А кто? Можно посмотреть, что у нас. Ну, средний вообще у нас. Эсквайр. 24, а потом уже такие. 22, ну, эсквайр более-менее. Там, у него 25 этих исследований. Остальные 21, 20, 19, 17. Инстракшн. По 16. 14, Мирамакс уже 14, но он, ну, вошел, да, еще, не в лидеры, но, ну, из крепышей таких, вот эти, Эсквайр 3, Алисин уже там есть, Эсквайр, Кадат, ну, Кадат, да, можно сказать, что он почти крепыш, ну, еще 20, там, 18 такой. Ну это серьезно, а в начале тут сколько? Крипто 4, Персея 3 вообще. Джадакс 10. Мирамакс 14, надо сравнить Джадакс 2. Ну Джадакс только недавно был. А, Джадакс 1, ну суммарно у них 16. А допустим Джадакс 2, Джадакс 1. 10 плюс 6, 16. А Мирамакс уже ну 14. Например. И еще можно там прибавить. Вот этот бы шахтеров, чтобы ускорить. Ну крупный пустынь. Если бы он был, например. Ну сейчас он крупный пустыни. Большая, чтобы он был бы на интерформинг этим. Ну как я. Тундриксом, да. А то он был в океане сразу. А тут два терраформинга при большом размере. То есть вот это ускорение, оно как бы даст, но оно сожрет финал совсем. А смысл кто забыл? То есть, ну, все эти вот так вот, типа, ферма 4, а тут, тут тоже. Ну, это на 25% снизит, а мы не знаем, даст он эффект какой-то или нет. Он плюс четверть, то что, ну, то в обратную сторону, если эту штуку строить, то туры как за гравитацию, то влияние гравитации, если негативное было, то он будет отматывать, ну, по 4.